А вы, ребята, откуда приехали? Из Узбекистана. Республика Узбекистан. Да. Когда приехали? Ну, здесь три партии человек. Первый раз они этот в декабре 25 декабря пришли. А второй. 2015 Да, года, да, да? да, да, да. Сводный 7 апреля 2016 года. Да. А проблема у вас что тут? Ну, здесь невозможно работать. Во-первых, это он каждый день ругает. Иногда этот ребят бьет он. Пьет. Да. И этот, как это, Вовремя деньги угрожает, да. дает? Нет, вовремя не дает. Вообще условий нету. Для вас документы делали? Для шестерых они получили, Ага. первые партии. А вторые мы еще не видели этот. Ну, говорят, готовы патенты, но не разрешают, чтобы этот взят Хотите этот. забирать? Да. Он говорит, У что вас взят. сколько человек здесь? Всего этот. Ничем он не должен. 17 Всего человек, 17, да? да. Все 17. Из них 6 документом работает. 6 скоро получит, говорит. Да, еще вы не видели, да? Да, не видел. Да. Если по закону России вы должны пойти, остальные тоже сами должны получить патент. Кроме 6 человек еще никто не получил, Нет, правильно? не получили. Да. Хорошо. Паспорт, как вы приехали, так забирали, вам обратно не Да, вернули. не дал. Так, вы себе представьте. Курбаняз Магстой. Абаку Бахтияр. Жумаш Сахичан. Исмаил Бекзат. Тәжібай Ғалымжан. Алабеген Ашерин. Гаипов Хуршит. Ближе камера, подойдите. Уразбек Рамзат. Курбанбай Шади. Рахимов Шакир. Уэзил Калбек. Поближе, подойдите. Сардар Дайдов. Жумаш Вафейзли. Матняз Зевенин. Матняз Зевенин. Зевенин. Так, еще кто остался? Салаева Дильназа. Сейчас никого, 17 человек, ни одного паспорта нету, да? Нет. Живет и вот это да. место, да. которое сделано тут, не знаю, из ДВП, да, из пленка. Ну, этот, как это товар называется? Да. Все. Условия это вообще нету здесь. Адрес находится Краснодарский край. Да. Илийский район, Красный хутор. Хутор. Да, хутор. А ваше хозяину как звать? Не называем его Володя. Точную фамилию не знаем, он не показывается нам. А он по нации кто? Китай. Китаец. Китаец. Угу. Хорошо. Завтра же этот видео куда надо обследим, отдадим органах власти. Да-да. Меры посмотрим. Угу.